Приветствую всех любителей новостей, с вами Адель Салихов, это мобильный репортер. Самые горячие видео с просторов интернета в нашем выпуске. Вот такое сообщение опубликовал накануне один из пользователей в социальных сетях. На Оренбургском тракте встретил вот такое чудо. А чудом автор называет лося, которого он встретил прямо на дороге. Как животное оказалось вне своей среды обитания, неизвестно. Однако в комментариях многие утверждают, что слишком много лесов сейчас вырубается, и животные от безысходности идут в город. А что думаете вы? На матче любительской лиги в Казани произошла драка. Футболисты начали выяснять отношения, игра закончилась дракой прямо на поле стадиона «Динамо». Команды «Брамос» и «Гордей» что-то не поделили, и завязалась потасовка. Сначала один из игроков пнул мячом по сопернику. Этот жест не понравился ни пострадавшему, ни его одноклубникам. И футболисты превратились в участников боя без правил. Судейские свистки совсем не действовали на разъяренных спортсменов. Что делаешь? В лиге уже заявили, что всех, кто устроил драку, непременно дисквалифицируют. Вот такое сообщение появилось накануне в соцсетях. Добрый день. Никогда не пишу в группу что-то с отрицательным посылом, но не сдержалась. У папы есть придомовая территория перед подъездом по адресу Коллективная, 33. Папа пенсионер, и он с ранней весны ухаживает за огородом с таким трепетом. Сегодня какая-то семья просто обесценила его труд и оборвала все цветы. Он у меня после инфаркта и очень расстроился. Пусть им будет стыдно за такой поступок. Такое поведение вызвало бурное негодование в комментариях, и все в один голос поддержали пенсионера, пожелав избежать в дальнейшем таких персонажей. Соцсети продолжают наполняться видео с результатами недавнего дождя. Масштабы произошедшего поражают сознание. Плед из багажника достанем, вытираться потом. Вон там машины плавают. Реально плавают. Перед стихией не устоял и общественный транспорт. Автобусам тоже досталось. Мэрия Казани прокомментировала ливень, который принес подтопление в некоторых местах города. 8 июня ливень принес с собой и подтопление. В центре в эти дни ведутся дорожные работы. На время работ крышки смотровых и дождеприемных колодцев демонтируются, а колодцы закрываются металлическими листами, чтобы в канализационные сети не попал строительный мусор. Из-за этого и произошло подтопление улиц Татарстан, Островского, Пушкина. Аварийные бригады сейчас работают на этих участках. Стали свидетелями необычных событий? Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте. Адрес вы сейчас видите на экране. На этом все. Это были самые горячие видео с просторов интернета. До встречи на телеканале Татарстан 24.